Ой, я микрофон не выключил, Нормально, ты понял. А, в смысле, а как? Но Фрод ты не поедешь, потому что у тебя машина не подходит для Фрода. Берите кукисы, вами за кукис. Стой, не проматывай. Проматывай, ты пропускаешь самую важную часть видео. И сегодня у нас прятки с Портером. Да, впервые мне на канале выходит совместный ролик, так еще и по пряткам. Если вам зайдет, а я уверен, что вам зайдет, то я иногда буду снимать подобный контент. Но так как ролик получился ультра качественный, берите хавчик, но мы начинаем. Ну все, вот мы уже в карпаркинге, вот тут рядом стоит мой дружбан Портер. Сейчас начнутся прятки. Погнали. Три раза прячется Кукис, три раза я. На прятки есть 2 минуты, а на поиски целых 4 минуты. Мне прятаться получается? Ну да, получается все, едь прячется тогда. Так, я в принципе просто смотрю куда-то в руль тогда и жду, пока ты в принципе спрячешься. Все, прячусь. Угу. Примерно тут была моя нычка. Так, смотрите, мы сейчас заруливаем вот сюда вот, и у нас будет огромное преимущество, потому что вот здесь вот меня 100% не видно, оно как бы как какая-то такая яма, можно сказать, и из-за этого меня 100% не будет видно. Я очень быстро эту нычку нашел. Это запал. Запалился немного, буду знать. Так, блин, а, ну ладно. Смотрите, мы спрятались уже. Отсюда меня 100% не видно. Но я все равно буду следить, для того, чтобы меня точно не спалили. Все, можешь искать. Так, окей, значит, сейчас, все. Фух, мир, а не темнота. Так, ну погнали, чё. Так, ну, знаю, куда ты уехал вначале, сказал, развернулся. Я, наверное, поеду в обратную сторону, но не знаю. Ты, если что, по карте следить можешь за мной. Смотрите, он вообще куда-то непонятно куда заехал, он меня вообще не видел. Шанс у меня огромный, смотрите, где я нахожусь. Это просто, я не знаю, как это назвать. Поворачиваю, вот, отсюда он меня точно не заметит. Вот, вот такая вот моя нычка. Огромная выгребная яма. Таймер, 2 минуты или сколько? Да давай 3, 2 тут маловато будет. Да. 2-4 вообще. Мне ж нельзя это говорить сейчас. Ага, я понял. Значит, где-то он рядом. Уже очень близко, я только что спалился. А, я так, знаю, смотрите. Короче, там же между камнями фигня есть одна. Блин, он меня спалил. Нет, он очень близко, нет. Он так близко проехал и вообще меня не спалил. Ребята, смотрите, он 2 метра от меня находится, и смотрите, куда он едет. Он очень рядом со мной проехал и вообще не спалил, пацаны, капец. Капец. Ну я в курсе, что ты уже где-то рядом, я это понял, только я конкретно не понимаю, где, понимаешь? Я сейчас вообще так офигел, ты 2 сантиметра от меня проехал. Нет, он очень близко, нет. Короче, я вот так пошел гулять. Да, куда ты пошел? Просто гулять, искать тебя. Ну понятно. А! Ты вышел из машины? Да. Но так дольше будет. Дольше думаешь? Но я здесь рядом буду. Я далеко не уйду. Я знаю, что ты здесь. А, это моя... Ой-ой-ой. Я не понял, где ты. Я до сих пор не понял, где ты. Но я вижу тебя. А вот он. Вот. А что ты про яму говорила, я не понял. Про яму? Ну, не знаю. Ну, классная ямка такая, классная. Ладно, побежали. Так, о, следы, я тебя уже не вижу. Следы машины. А, нет. В смысле, где? Это читы какие-то. В смысле, какие следы? А, блин! Точно, я про это забыл. Следы от машины немножечко видны. Ты где-то здесь, я думаю. Ой, блин! Я знаю, что где-то рядом, но я конкретно не пойму, где ты. Но знаю, что ты прям здесь очень рядом. Ой-ой-ой! А, здесь! Блин, все, меня спалили, нашли. На тебе, короче. Фух! А, Има, так это просто было, я там бегал, искал, короче, не знаю. Да, все, вот так вот просто. Прячусь, второй раз. Так, теперь я подумаю хорошенько, потому что перед этим у меня не очень хорошо получилось. Так. Я проиграл в предыдущем раунде. Я только сейчас съезжу, починюсь, наверное. Есть еще без кнопок катать. Угу. Так, без кнопок, жесть. Не, ну ты так. Когда будешь искать, ты тоже без кнопок будешь. А что? Ты ж меня по карте можешь увидеть. А, по карте? А, я не вижу, честно. Не-не-не. Это такая тактика не совсем честная, мне кажется. Но... Так, понял. Главное рабочее. Так. Сейчас я выключу микрофон и скажу, что это за тактика. Ну, давай. А тактика называется, это как можно дальше от него уйти, и пока он меня будет догонять, время закончится, я как бы выиграю. Это тактика, которую ты 30 секунд говорил, я аж боюсь. Ну, она такая жесткая. Только, может быть, она нарушает правила, я не знаю, но
по крайней мере, мне кажется, что все ничего не нарушается. Ладно, все, можешь искать. Мне кажется, ты куда-то сейчас уехал, блин, нифига себе далеко. Блин, догадываешься? А, так, серьезно? Блин, так не пались, я понимаю. Ладно, я тогда... Ну, хотя я, возможно, знаю это место, но сейчас пойду проверю. Я вообще даже не запрятался, я просто тупо уехал. А перепрятываться можно? Ну, вообще желательно нет, но чуть-чуть отъехать куда-то можно. Так ты себе... Ну все, ты можешь уже сдаваться, у тебя 2 минуты, ты вообще, даже если бы ты знал, где я, ты все равно бы не доехал. Так, ну это еще одна... А, так я далеко от тебя, чем... Ну ладно, погнали. Да вообще 20 километров от меня. Так, ну там тебя нету, хотя, может, ты туда и поехал за границу, и слушай, возможно. Ну ты вообще в другую сторону от меня уезжаешь. Понял, принял. Ну, поехал. А я без... Ладно, просто ехать прямо, буду нечего делать больше. Там тебе подсказку. Огромный черный прямоугольник. А, все, я понял. Да-да-да-да. Возможно, понял. Так, хотя... Блин, все, он уедет сюда, он едет ко мне. Так, у него 1 минута. Может быть, я выиграю еще. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Что-то начинает приближаться ко мне. Да, я знаю, я кажется, понял, где ты. Я прям реально понял. Так, ща, короче, нужно заехать налево, повернуть мне. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я выезжаю. Выезжай. Ну, хотя я догадываюсь, где ты? Ты в цехе был, да? А, ну да. Вот. Слушай, ну, а ты где до этого был? До этого? Ну, я просто тупо на дороге стоял, как можно дальше от тебя. Ну, смотри, ты, конечно, там очень далеко уехал, давай прям так не перепрятываться, а то это было, если честно, очень хардово, я бы тебя, наверное, не нашел бы без подсказки такой. Блин, ты только что в мою нышку зашел. А, так, камон, это очень примерно. Там можно заехать, я знаю, но я эти места, ну, как бы... Ладно, я пошутил. Но в рот ты не поедешь, потому что у тебя машина не подходит для Фрода. No. Ну, интересно. Ну, у меня там дрифт-настроечка какая-то непонятная. Конечно, я не поеду в оффроуд. Ой, падает. Откуда падает? Так, сейчас я микрофон выключу, подписчикам скажу. Короче, тактика заключается в том, что я зайду как можно дальше в горы, и ему не хватит времени, чтобы меня найти. Ой, я микрофон не выключил. Нормально. А какие у тебя были самые смешные случаи именно в прятках? Ой, да мы с Лазером когда-то прикалывались, короче, он показывает сердечки, смайлики-сердечки, а у меня тупо, я его вижу так через здание, мне пролагало, вот это угарно было, мы тогда так ржали. Где-то на ней. Так, и, кстати, ребятки, здесь я ему дал небольшую фору чуть-чуть отъехать от того места. А, так вот он, пацаны, вот он стоит, чинится. Блин, я случайно с горы упал. Камон, так вон ты стоишь возле запузи. Ты понял. А, в смысле, а как? Я, кстати, а, да. Давай я теперь должен тебя искать, да? Так, ну что, я поеду, ребятки, наверное, назад. Вот, у меня запланировано все 3 места. Я все 3 места, ребята, в принципе, придумал. И погнали. Так, ну, значит, ребятки, первое и прикольное место, о котором он вряд ли догадывается. Хотя, ребят, возможно, поскольку место сначала думал, ребята, оно будет как бы у нас вообще беспалевное. Но оказывается, оно такое палевное. Да как же так, ё-моё. Так, погнали к этому, ребятки, в принципе, месту. Это у нас вот этот вот завод с фиолетовым дымом. Вот так вот нужно как-то заехать. Сейчас будет сюда осторожно. Давай-давай, газ к пол. И, ну, все, ребятки, заехали. Еду просто прямо и буду искать место, куда можно запрятаться. Блин, я выбрал прям такое тяжелое место. Я в офигеи. Я офигею, если найдешь, реально, я прям в шоке буду. Ага. Так. Ну. Опа, тут следы дрифта. Следы дрифта. Ага. Так, а вот тут это, опять же, большой черный квадрат. Небольшая подсказочка. Ищи. Жаль, мне нельзя карту использовать. Сейчас я попытаюсь. Может, ты возле заправочки этой? Я недалеко от нее, да, я недалеко. Но вместе в таком жестком прям имба. Прям в жестком месте, да, окей. Ну, тут рядом какой-то синий дым, точнее, фиолетовый, можно сказать. Да, можно туда принципе, заехать. Тут, возможно, кстати, да, возможно, я тут. Так. А может, он на той... Да, тут какой-то... Да, тут можно заныкаться хорошо. Давай, пытайся. Смотрим. Так, у меня машина на весь экран, окей. Ага. Так, ну ищи. Так, что-то какое-то... О, я нашел.
Я нашел, там были фары видны. Всё, а, ема, отлично. Фары, блин, это жалко. Блин, ну если честно, я прям в шоке. Здесь реально прям такое место, нифига себе, что его, ну, тяжело прям найти. Я тут пока салончик осмотрю. Ой, я, кстати, специально ложных следов тебе тут столько оставил, офигеешь. У меня новая тактика, я его буду, короче, постоянно батить на подсказочки. И при помощи них я его и найду. Да, в принципе, ты тут проезжал. Ну, смотри, у тебя осталось буквально 30 секунд. Я тебе даю подсказку. Что... Нет, разворачивай. Разворачивайся и поворачивай на ближайшем повороте. Едем, едем. Не, ну ты сейчас, конечно, далековато поехал. У тебя осталось 20 секунд, ты особо не успеешь доехать. Главное верить в себя, все я успею. Е, на, все. Все, я проиграл. На самом деле, это очень скучный раунд, он меня не нашел, а просто катался по карте. А я стоял, в принципе, в этом туннеле. И все, и ждал его. Вот так вот, поэтому ничего интересного нету, он меня за 4 минуты так и не нашел, поэтому приступаем к следующему раунду. Так, я сейчас включаю кнопки, смотрю, где ты был. Я, короче, был за забором. А, блин, я не в том направлении поехал. Так, нет, если там вовремя Всё. Поверну, я, блин, хотел, я же тебе намекал, поверни на ближайшем повороте, ты не повернул. Третий и последний раунд, ребята, один раз он меня нашел, один раз он меня не нашел. Я сейчас планирую спрятаться где-то вот здесь в горах, давайте от него отъедем, едем вот сюда вот, о, вот так просто по кайфу дрифтуем, станем вот сюда вот, это место, о котором, по идее, просто так вообще нереально догадаться, а, вот, оно мне пришло только что спонтанно, но оно в максимально беспалевном месте. По идее, вообще не найдешь, ну, я просто в таком месте, что, ну, не таком... В горах, да, где-то. Ну, не то чтобы в горах, я бы не сказал, что прям в горах, но тоже в неприметном месте, ну, горы здесь есть, конечно же. О, я нашел. О, успел? Да, успел. Кайф. Я ему накинул несколько минут сверху, и он меня все-таки нашел. Ну, в принципе, слушай, все равно прикольно сегодня сняли. Ты меня, конечно, нашел два раза, но, может, я спрятался так себе. Ну, не знаю, надо будет еще прикольные места придумать. Но, в принципе, еще прикольный видос так-то сняли. Ну, вот такое вот видео у меня получилось. С вами был я, Куки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на мой дискорд-сервер по ссылочке в описании. Всем удачи и всем пока! Пока!